Take me on a date, I deserve a babe. And don't forget the flowers every anniversary. Cause if you treat me right, I'll be the perfect wife. Buying groceries, buying what you need. You got the 9-to-5, but baby's so high, so don't... Ой, господи. Да, хорошо? Да, все прекрасно. Всем привет, ребят! Все ужасно. Я как в программе новости. Добрый вечер, дорогие мои господа. Сегодня у нас будет очередное новости. Короче, всем привет, меня зовут Варя, и сегодня у нас будет видео покупки сайта AliExpress. Я по полной программе закупилась на этом сайте, поэтому сегодня хочу показать вам мои покупочки. Их не очень много, но они все для меня дороги и немножечко поднимают настроение. А в конце видео я вам примерно скажу, что больше всего мне понравилось. И я, в принципе, уже знаю, что это. Итак, поехали. Первое, я, наверное, вам покажу вещь, которая незаменима для видеоблогера и вообще тот, кто любит снимать и фотографировать. Это штатив-осьминог. Мне он очень понравился, у него очень гибкие ножки. В принципе, приятный, то есть не какая-то там фигня, которая сдирается с первого же раза. Это тоже фигня, я думала, она будет хлипенькая, но на самом деле она вообще не хлипенькая. Но, в принципе, этот штативик мне очень понравился, он очень крепкий, поэтому всем советую его приобрести. И самое главное, что для моего толстого кирпича, я имею в виду телефон, он подошел, лопата. Да. Следующее, это для кухни, это а-ля дуршлаг, а-ля тарелка. В общем, например, вы засыпаете сюда рис, наливаете воды до уровня вот этих вот дырочек. Моете его там, и потом, когда вы уже все смыли, он у вас, замок, промок, не знаю. И вы просто вливаете эту воду, и из-за этого бортика оно, в принципе, не выливается. За эту ручку очень удобно держать, то есть не обожжетесь кипятком. И еще этот дуршлаг можно использовать как тарелку. Сюда просто наложить фруктов, и у вас будет стоять такое красивое чудо. Кстати, это сойдет как япончик. Ой, мне же не идет, да? Нет, я ужасная в нем. Ну, не суть. Следующее у нас... Тихо-тихо, не уронить главное. Это блузка, которую я уже носила в школу. Она мне очень понравилась. Я заказала размер S и реально не подвел этот размер. Два минуса в том, что, во-первых, они очень сильно электризуются. А во-вторых, если сделать вот так, она помнется. То есть, если я, например, сейчас в своей кофте сделаю вот так, ей ни черта не будет. Если я сделаю другой какой-то блузки, ей тоже это мало грозит. Но я так понимаю, что это из-за синтетики, и, конечно же, качество не хлопок, это Китай, мы большего и не ждали. Но, в принципе, сама блузочка по себе стильненькая, красивенькая, и я ее люблю. Муа. Ой, что я сделала? Ладно. И следующее у нас, это а-ля конверсы. Они очень миленькие, красивенькие, но от них немножечко пахнет, но я думаю, это выветрится с временем. И еще один наш промах. То, что мы заказали другой размер. Вообще на кроссовке я беру 38, а на туфли я беру 37. Но мама говорит, что у меня 37. Но хотя мне в 37 в кроссовках очень маленькие. Ну, в общем, не суть. Ну и, в общем, по размерной сетке я думала, что это 38 размер, а на самом деле это 39. И сейчас моя мама ходит счастливенькая в этих конверсах и сказала, что купит мне такие же. Но я что-то это... И опять их ждать... Я понимаю, что это не настоящие конверсы, и что вообще на них, в принципе, смахивают, но реально, ребят, конверс, тут All-Star даже написано, поэтому какие разговоры для сейчасных времен, вот это вот реально шок, кайф. Далее мы переходим к главной части, это канцелярия, так как ее я заказала очень много. Итак, начнем со стикеров, Первые, это, наверное, 20 вот таких стикеров и 80 вот таких вот стикеров. Здесь, в общем, есть рисуночки разные. Вы вот так любой листочек берете. Во-первых, здесь разные линии, разные ширины, а также здесь есть кружочки. А вот в этой это обычные карточки, в которых есть вот такой квадратик, это как рамочка. И внутри еще один квадратик. Ну, короче, я понятно объясняю и буду где-то здесь уже более подробно это все показывать. Также к стикерам у нас есть вот такая вот штучка. Это стикеры с котиками и стикеры со снеговичком.
крутые, правда? Я думала, что котики будут немножечко побольше, ну, а думала, что их самих будет там штук 6, но их тут 3, 6, 9, 10, но думала, что их, да, реально здесь будет штук 6, 7, но, в принципе, ими тоже очень нужно пользоваться, а снеговички вообще крутые. И следующее, это наклеечки. Наклеечек здесь 6 вот таких вот листков. 6? Вот, они милые, но один минус их в том, то, что они, ой, они не очень удобно достаются, то есть их отклеивать разочарование. Но на самом деле они очень миленькие, такие. Как Варя относится к предметам? Ладно, молчу. Следующее это а-ля корректор, но это не корректор. Это, в общем, такие наклеечки, которые сами клеятся, то есть таким роликом. У меня эта тема с кофе, там было очень много. Сердечки, собачки, крокодильчики. Ну, крокодильчики это не мило, поэтому я купила кофе, точнее заказала. Я люблю делать вот так. И еще один немаловажный плюс, то что для пальца здесь есть очень удобная выемка, поэтому его очень удобно наносить. Но, правда, нужно немножко давить. Но это не так уж и важно. И последнее, что мне осталось показать, это то, чем мы с вами пишем. И это вот такие вот две ручки и карандаш. Начну, наверное, с карандаша. В общем, это очень крутой карандашик. Вот, у меня немножко разрядилась камера, поэтому я быстренько все скажу. Это вот такой вот карандашик, который пишет разными цветами. Чем он приколен? Это тем, что он очень компактный. И мне это очень нравится. И он очень миленький смайлики, которыми я обычно ищу себе настроение на уроках. И следующее, это две ручки, одна черная, а другая разноцветная. Я сейчас примерно вам покажу, как это все выглядит. Реально, я очень довольна этими ручками, но на самом деле котиков было 4. 4! Короче, я их уже всех раздарила. Точнее, одна лежит в деревне, одна у подруги, одна у мамы, а одна у меня. И вторая ручка, это она пишет разными чернилами, и знаете, вы такой пишете, 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 и тут у вас меняется паста. Это так круто! Я помню, как я сидела на уроке, и меня уже начала бесить реально голубой, и я так чик-чик-чик-чик, и там так красиво получилось этот вот переход из голубого в розовый, и в некоторых местах мелькает фиолетовый и оранжевый. Реально, это очень круто. Всем советую приобрести такие ручки. Ну вот и все, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Ждите третьей части сайта AliExpress, точнее покупочек. И всем огромное спасибо за просмотр. Удачи, пока!